Cu evocări din viața personală vine la un randevu cu dumneavoastră maestrul Vladimir Dragoș, ilustru reprezentant al genului de operă, deținător al unei voci de bariton lirico-dramatic cu un timbru fascinant, solist al Teatrului Național de Operă și Balet, docent, profesor, artist al poporului din Republica Moldova. Олимп оперного искусства достигается годами. В принципе, всю жизнь надо работать над собой, чтобы удержаться, быть в хорошей форме, чтобы тебя приглашали, чтобы тебя публика любила, чтобы тебя слушали, чтобы о тебе писали. Так нужно работать всю жизнь, потому что кто где-то останавливается, почивает на лаврах своих, то их ждет быстрый сход. Это точно, потому что сзади всегда молодежь подпирает. В глухом селе. Это село называется сейчас Серпневое, тогда назывался Лейпциг. Это рядом со станцией Бессарабка. Владимир Драгош s-a născut în prima zi de primăvară al înfiorătorului an 1943. У нас было в семье 5 душ детей, все мальчики, поэтому мама была домохозяйкой. Родился в Украине, а учился в Молдове. То есть мой отец был железнодорожник, и я ходил в железнодорожную школу. Где-то в 8-7 классе я уже выступал в самодеятельности, при том так солидно. Цінець мінте приму кінтик інтерпретат? Мой Кишинев, Шико Аранова. На свете много городов, но ты мне ближе всех. Люблю я шум твоих садов и молдаванов смех. Что-то мой Кишинев, город родной, вечно любуюсь тобой. Мой Кишинев, город родной, вечно любуюсь тобой. Был такой Петр Крачун. Самодеятельностью. Мне сказал Владимир, поезжай в Кишинев. Я приехал вот в районе филармонии, сейчас там находится школа, а раньше это было училище. Я приехал в это училище, зашел в отдел, вокальный отдел, мне спросили, сколько лет, я сказал, 17. Придете, когда будет 18. А мне нужно время куда-то было девать, вот я пошел в это училище, профтехническое. Мастер группы меня показал, он страшно любил пение, и он меня показал Петру Дмитриевичу Алексееву. Вот. И это вот молодой человек, вам надо поступать. Я говорю, давайте я пойду послушаю у вас в консерватории, как поют. Если я смогу так петь, я приду, буду поступать. Они пошли к директору школы, договорились, что если я не поступлю, я вернусь опять в это училище, а если я поступлю, я так и останусь там. Вот я пошел, послушал, говорю, Петр Михайлович, по-моему, я тоже так могу петь.
După câteva lecții de canto clasic, Vladimir Dragoș și-a încercat norocul la conservator. Я сдал экзамены успешно и поступил в консерваторию этого, на Пирогова. Там я занимался у Киоса Николая Григорьевича. Я у него и закончил. Правда, с перерывом, потому что я ушел в армию. Опять, но тогда было здание на Пирогова, а потом стал, тогда консерватория называлась имени Гаврила Музичевского, а потом приехал уже в Институт искусств, это бывшее правительственное здание. У Николая Григорьевича была очень хорошая черта, вы понимаете, какой бы педагог ни был вокальный, но он все охватить все равно не может. Он говорит: Володя, съесть в Одессу. Там Ольга Благовидова такая есть, она заведующая кафедрой сольного пения. Подойди к ней, скажи от меня, пусть она послушает, пусть она даст характеристику. Поехали, она меня встретила, послушала и говорит: как тебя зовут? Володя. Володенька, ты поешь 15% своего голоса. Открой его еще больше, дай еще больше. Я уже тогда на четвертом курсе, я занял первое место на межреспубликанском конкурсе вокалистов, то есть молодых музыкантов-исполнителей здесь, в Кишиневе, на котором она была председателем комиссии. В 67-м я уже был солистом радиотелевидения, молдавского радиотелевидения, где я записал первую песню Евгения Доги «Кодримей». Вот это было, там был, я пел, Людмила Мишова и Оля Бидная. Это первая запись. Кодримей фрумош, и вешний пошний тор, и царим сейдат, свой пие керуй дор, о ярбе дерне, умяме тунче, о песери. Я где-то несколько песен записал, вот. Стругур Стругурев, народ. Тогда были объединенные оркестры, это было и народной музыки, и эстрадной музыки. И руководил Валентин Вильничук, тогда был художественным руководителем. Вот он меня принимал как раз на работу. Но когда я понял, что это не мое, хотя я учился в консерватории, я стал работать в филармонии, солистом филармонии. După absolvirea conservatorului, Vladimir Dragoș a fost nevoit să plece din Chișinău și iată de ce. И когда пришел Исай Моисеевич, по-моему, Альтерман, у вас молодой человек, прекрасный голос. Ну, у нас есть уже такой голос, Виктор Курин. Я прослушался, в Улан-Удэ меня взяли, но там было одно условие. Если вы споете «Риголет». Ну, вы знаете, конечно, это большая авантюра была. Дали квартиру в Улан-Удэ. Я там много спел, я там работал около 4 лет. Вот, и... А как получилось, что я попал сюда, значит, я приехал на отбор, на конкурс в Москву. Комиссия сидела тогда и Биешев, и Архипова. И вот Мария Лукьяновна подошла, спрашивает, говорит мне: у вас, по-моему, молдавская фамилия.
говорит, почему вы в Улан-Удэ и как вы очутились там? Я говорю, я в Кишиневе вообще-то учился. Да? А почему вы там? Вам надо вернуться. У нас как раз сейчас Виктор Николаевич ушел, Курин. Вот эту баритональную группу надо подкрепить. Я приехал на прослушивание в старом здании. Спел две арии. Вы приняты. И начал я опять здесь с Ригалета в Кишиневе. Грозован потом записал, которая, надеюсь, прозвучит сегодня. Aria lui Grozovan din opera cu aceeași denumire de David Gershfeld a fost inclusă în filmul muzical Cântă Vladimir Dragoș, realizat la Telefilm Chișinău în 1983 de regizorul Constantin Croitoru. Numeroase premiere a spectacolelor de neuitat. Вообще, вердихских спектаклей я пел, наверное, штук 12. Я пел Жермона в Травиате, притом в разных постановках. Все эти роли, которые проходили, они проходили через худсовет. Это было сложно. Не всегда худсовет пропускал.
Понимаете, даже я сдавал, у меня очень хорошо в свое время звучал трубадур Дилуна. Вот я в Киеве пел для худсовета этот спектакль. Очень много пел вот «Адиен или Ковреур» и постановку саму. И притом две постановки было у нас. Да, пел. Когда Мария Лукьяновна пела и первую постановку, и вторую постановку. И вы, учитель, другой, примите знак обожания. Вчерашнего бала приступил мне ради вас, рода, и пристаю наследство. На что мне наследство, когда я вместе с друзьями? Вы же хотели. Раздумал искать жену мне поздно. И потом это самое силу судьбы. Вот мой рассказ несложный. Знать моя и откуда вам не надо, словами я числюсь студентом. Если б только не случай проклятый, верьте, был бы я давно доцентом. С доном Фаргасом нас дружба связала, дочь его и сына я полюбил. И когда в Севилью судьба прислала, с ними я туда охотно поплыл. Вообще, очень много пел спектаклей с Марией Лукьяновой. Это был человек, который имел уровень. Конечно, все солисты стремились к этому уровню, достичь этого уровня. Вот несколько человек у нас было в театре, включая Тамару Григорьевну Алешину, Людмилу Ерофееву. Это были певцы высокого класса. Printre premierele montate la Chișinău s-a înscris și opera semnată de Purcell Dido and Aeneas, variantă de concert, unde rolul lui Aeneas i-a revenit maestrului Vladimir Dragoș. Rolul Didonii a interpretat-o prima donna operei naționale Maria Bieșu. Свой род.
где мне взять слова, что без воды простить смогла? Нет, не поймет богов она свет счастья миг и вновь одна. Владимир Драгош a cântat în spectacole alături de mari maestri. За правду вашу душой вам благодарен. Само и сожаление не будет им прощения, погибла честь. Настанет месть, кляну я светлая. Замолк, не сожаление, не будет им прощения. Я крови жажду, гнева мне пылает, прощения нет, конец любви настал, настал, настал конец моей любви. Настал конец моей любви. И побежут я ветряной пузырь. Я бью проклятие с тобой, и сожаление не будет им прощения. Погибла честь, настанет песнь, настанет песнь. O atitudine deosebită a păstrat Vladimir Dragoș față de artista a poporului Tamara Alioșina. Кстати, она меня пригласила на кафедру преподавать. Она. А потом заведующий кафедрой меня назначил Константин Руснак. Я получил доцента сперва, потом получил профессора. Vladimir Dragoș se mândrește cu discipolii săi care îi duc faima școlii interpretative în numeroase țări ale lumii. У меня есть подающая надежда, это Елена Дыгай или Елена Ди. Из мужчин Петр Раковиц, этот, Андрей Донос, это уже, так сказать, уже сами скоро к пенсии готовятся. Я в свое время принимал тоже эстрадных певцов, вот Стелла Аргату. Из учеников, которые сделал действительно, ну, будем говорить, успех в жизни. Это, конечно, Наташа Гаврила. Vladimir Dragoș s-a bucurat și se bucură de succes pe numeroasele scene ale lumii.
полгода назад я приехал из Португалии. 7 спектаклей «Ригалетто», один за другим. Молодежь удивляется, как он выдерживает. Для нас это... Как он может каждый день выходить с переездами и петь «Ригалетто»? И там Джильда вот была, Цонина, вот это, Мария Цонина. Да. Буквально полгода назад к нам из Финляндии вдруг появились гости домой. Представились. Драгош. Но они как их родословная Драгош. Сейчас они Колониус фамилия у них. Но получилось так, что в свое время здесь был, значит, при губернаторе судья Константин Драгош. И он имел 9 душ детей. Вот одна из них, Елена Драгош, которая жила в Бачове, уехала, вышла замуж за финна и уехала в Финляндию. И вот среди вот этих 9 братьев был оперный певец Михаил Драгош. Вот. Может, мы где-то сплетаемся, потому что у нас есть такая родословная, где-то то они выходцы из Галац. Мой прадед из Галац тоже Драгош. Considerați că sunteți un om fericit? Ну, у меня, во-первых, 4 детей. Все это самое, одна дочь работает в Бразилии, она работает в опере «Город Сан-Паулу». Потом здесь работает моя дочь Наташа. Наталью мы знаем. Да, Наташа, она пианистка здесь. Сейчас подрастает уже 12 класс. Данте Алигьери учится, Валерия. Она хочет стать дизайнером, хочет поехать куда-то учиться и так далее. Ну и самый малый сын, Штефан, вот, он пошел в 5 класс. То есть, вот, и, продолжатель рода Драгош. Да, продолжатель рода Драгош. Так что почему не быть счастливым? Есть кому продолжать, может быть, и запоет. Ce ați dori telespectatorilor noștri? Молдаване заслуживает лучшей жизни. Поверьте мне, лучшая жизнь, богатая земля, люди трудолюбивые. Я бы хотел, чтобы все-таки правители обратились больше к людям, чтобы видно забота о человеке. Хочу пожелать просто удачи и немножко счастливой жизни.